Меня зовут Джафар, мне 16 лет. Я живу в городе Волжском, учусь в школе Вайден. Вообще, в общем, такая прикольная школа. Сегодня мне так попалось, что я должен был рассказывать политинформацию. Это такая вещь, как объяснить. Я должен был ходить по классам и рассказывать, какая у нас обстановка в мире. Вот мне, допустим, я рассказывал про Шотландию. То есть они о ее независимости. Референдум проходил 18 сентября, то есть вчера, 2014 года. То есть гражданам Великобритании и Европейской